Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему ваша кошка будет вас рано утром. Время 5 или 6 утра, вы сладко спите, видите прекрасный сон, но вдруг ваше блаженное состояние прерывает мяуканье или шаги кошки. Кажется, ваш любимец считает, что вам пора вставать. Хоть раз в жизни каждый владелец кошки просыпался от своего мяукающего будильника. Почему питомцы так поступают со своими хозяевами? Что ими движет желание поднять всех как можно раньше? Давайте попробуем разобраться в основных причинах, почему кошки будут своих владельцев рано утром. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Биологические часы – первая причина. Кошки считаются сумеречными животными, они наиболее активны в вечерние и предрассветные часы. В дикой природе это помогает кошачьим добывать себе пищу. В домашней же обстановке, чтобы получить еду, кошки достаточно активно просить об этом хозяина. Даже если кошка в данный момент не голодна, инстинкты дают о себе знать. Из-за своих биологических часов мяукающий питомец просыпается и ищет, чем себя занять. Недостаток физической активности – вторая причина. Если вы мало времени уделяете играм со своим питомцем, неудивительно, что он будет вас рано утром. За день вашего отсутствия дома он успевает выспаться и к вашему приходу становится бодрым и полным сил. Общайтесь со своим животным по вечерам, давайте ему возможность выплеснуть свое море энергии. После хорошей физической активности вечером ваш питомец рано утром будет спать, а никак не будить вас. Желание поесть – третья причина. Возможно, ваш кот будет вас по утрам просто потому, что он голоден. Попробуйте разбить ужин кошки на два приема пищи и второй осуществлять прямо перед вашим сном. Так ваш любимец проголодается к началу вашего дня, а не к 4 часам утра. Недостаток внимания со стороны хозяина – четвертая причина. Если вы проводите много времени на работе и приходите домой только поспать, неудивительно, что ваш любимец пытается ухватить себе такие драгоценные часы вашего пребывания рядом с ним. Уделяйте внимание вашей кошке даже при большой загруженности на работе. Дарите вашему питомцу ласку и внимание, и он перестанет будить вас рано утром. Отучить кошку будить вас рано утром сложно, но возможно. Поможет консультация с зоопсихологом и впоследствии коррекция поведения вашего питомца с данным специалистом. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!